Всем привет! Завершив съемку выпуска Turbo про игру для NES Dracula, я подумал, что интересно будет вообще осветить вампирскую тематику в играх. Но при этом сразу ограничу диапазон, оставив за кадром серию Castlevania, о которой так много сказано, да и про вторую часть я хочу снять отдельную передачу. Равно как еще об одной игре. Также особый разговор — это некоторые классные игры про вампиров для Windows, из которых я бы хотел отметить Маскарад, Носферату, первую часть Blood Rain и первую Сакрет, где можно играть за вампиршу, да и во второй части Baldur's Gate тема вампиров развита очень широко. Но в Turbo я пока касаюсь консольных игр 80-х-90-х годов с примесью DOS и Spectrum, так что в дальнейшем свой рассказ посвящу только им. Когда я был маленький, в 80-х годах, тема вампиров не была частью популярной культуры. А в Киев приезжал чешский лунопарк, и там была комната страха. Садишься в пахнущую мазутом гремящую вагонетку и едешь в темных коридорах, где на тебя отовсюду валятся скелеты, а в нишах высвечиваются механизированные чудовища. И там был чувак в темном плаще и, кажется, шляпе-цилиндре. Он скалил окровавленные губы. Я потом спросил у мамы, кто это. Она ответила, что вампир, он пьет из людей кровь. После этого я долгое время считал, что вампиры протыкают жертве шею соломинкой, как для коктейля, и через соломинку же пьют оттуда кровь. В 1989 году, когда мне стукнуло 12 лет, в кинотеатре «Слава» проходил фестиваль фантастических фильмов и фильмов ужасов. Весь район ходил смотреть. Посередине зала на стульчике сидел переводчик, переводил сходу. Я посмотрел на фестивале 3 фильма. Одним был «Жидкое небо», «Liquid Sky», или, как гласила афиша на украинском языке, «Жидкое небо» або «Расплата за распусту». «Жидкое небо» или «Расплата за разврат», из коего мне запомнилась только музыка. Затем был «Левиафан» о том, как американские шахтеры-подводники находят затонувший советский корабль, берут с борта какую-то жидкость в фляжке, и, словом, лучше бы они эту жидкость не пили. Симуляция мутации. И на третий фильм «Логово белого червя» режиссера Кена Рассела я пошел с двоюродным братом. Не с Сашей, о котором я вам рассказывал, а с другим, чтобы жил неподалеку. Ему было, кажется, лет 7. На много лет вперед «Логово белого червя» стало для меня самым страшным фильмом всех времен и народов. Даже в эпоху видеотек у меня в памяти засело это логово, и такую жуть оно нагнало на нас с кузеном. Помню, в некоторые особо страшные моменты я выходил из зала, а потом возвращался. Вот, например, на такой сцене. А когда вернулся, скованный ужасом кузен мне сказал: «Петя, я уписался». Вообще, фильмы тогда воспринимались иначе, чем сейчас. Люди погружались в них, сопереживали, как будто сами были действующими лицами и находились по ту сторону экрана. Позже, в 90-х, подобное ощущение невыносимого ужаса у меня вызвал фильм «Извне», «From Beyond». Впервые я увидел его кусок, заглянув в щелочку видеотеку в подземном переходе на Арсенальный. Now,
А потом мы с Сашей отдыхали под Луганском в доме отдыха «Зеленая роща» и пошли в тамошнюю видеотеку на этот фильм. Высидели несколько минут и быстро ушли. Так было страшно, когда там в лаборатории всякие хрени летали. What the hell is that? Но вернемся к вампирам. Вообще говоря, то, что сейчас известно в популярной культуре как вампиры, с фольклором имеет очень мало общего. В корне понятия вампир лежит славянский упырь. Люди с некоторыми, скажем так, необычными способностями впадали в состояние оцепенения, сходного со смертью, как Гоголь, например. Их хоронили живыми, потом раскапывали, видели, что человек лежит в трансе, и протыкали его осиновым колом. Никаких длинных клыков, бледности и боязни света у славянских упырей не было. Напротив, они отличались красноватым цветом лица. Но не будем забираться сейчас в поверье. Вампиры с легкой руки Брэма Стоукера стали неотъемлемой частью западной культуры. И как колоритные персонажи весьма здорово смотрятся в кино и видеоиграх. Одно время британская студия Hammer наснимала, наверное, десятки фильмов про вампиров, в лучших из которых играли Кристофер Ли и Питер Кашинг. Советую посмотреть. А как только появились компьютерные игры, вампиры сразу в них и проникли. Впервые с играми про вампиров я познакомился в середине 90-х, когда у меня появился компьютер Spectrum, где игры запускались с обычных аудиокассет, вставляемых в обычный магнитофон. У меня было 3 кассеты с играми, некоторые из них запускались, некоторые нет, но среди тех, что работали, была мрачная Носферату. Слово «Носферату» мне было известно по одноименному фильму режиссера Вернера Херцога с Клаусом Кински, который я не видел. Я не знал тогда, что впервые кино под таким названием, а именно «Носферату. Симфония ужаса», снял режиссер Мурнау в 1922 году. А название он такое выбрал, дабы избежать судебных разбирательств по поводу авторских прав. Таким образом, Дракула превратился в графа Орлока. А слово «Носферату» стало синонимом вампира. Впрочем, вдова Стоукера, Флоренс Энн Балкомб, все равно засудила студию Пранофильм, выпустившую Носферату. Пранофильм, чтобы не выплачивать компенсацию, объявила себя банкротом. Также по решению суда все негативы и все выпущенные копии пленки фильма были переданы Флоренс для уничтожения. Но поскольку фильм дошел до нас, то выходит не все. Игра, выполнена в изометрической проекции, подразумевает использование разных предметов и содержит 3 уровня. Впрочем, ни в 90-е, ни сейчас я их не прошел. А фильм «Мурнау» я посмотрел уже в нулевых в киноклубе Киево-Могилянской академии. Тогда в Киеве было несколько киноклубов в разных старых зданиях, один даже в Лавре. Там крутили разное редкое кино. Интернет только по сути зарождался, фильм никто не скачивал, а в киноклубах показывали, причем на шару, и «Мурнау», и «Феллини», и «Бунюэля», да еще лекции про них рассказывали. Но я расскажу о следующей игре. Это опять Носферату, но уже для Супер Нинтендо. Меня очень впечатлила заставка. Вы только посмотрите на это. Когда луна окрашивается кровью, летучая мышь вылетает из забытого замка в ночь.
отринув свой прежний человеческий облик, чтобы найти следующую жертву. Его имя шепчет в страхе, Носферату, создание ночи. Немногие видели его лицо и выжили, чтобы поведать об этом. Никто, кто отважился побывать возле его логова, вообще вернулся и рассказал про это. Каждую ночь, превращаясь в нетопыря или волка, он, вампир, ищет невинную кровь. Никто не знает участь жертв, которых он похищает в свой отдаленный и забытый замок, кроме одного, кто хочет положить конец ужасу и спасти свою любовь, пробивая себе путь к проклятому месту. В игре мы управляем Кайлом, который ищет свою возлюбленную Эйрин, похищенную Носферату. Действие начинается в замке вампира. Игра напоминает принца Персии, причем не только внешне, но и совершенно неудобным управлением, которое сводит на нет всю игру. Оно слишком сложное и неочевидное. В игре замечательная графика, помещение тщательно прорисовано, обстановка анимирована. Вы только посмотрите на эту комнату, полную мертвецов, покойных и буйных. И вот тут проявляется еще одна нелепость игры. Принца Персии скрестили с двойным драконом. Итого, с одной стороны, мы имеем лабиринтную бродилку с разными переключателями и нычками, с другой то, что называется жанром beat'em up. И все это уместили в одном геймплее. Подобное скрещивание редко бывает жизнеспособным. Игру выпустила японская Assetto Corporation, известная на платформе NES, Castlevania подобной игрой 8 Eyes. Раз уж речь зашла о NES, нет, я не буду рассказывать о Castlevania, а расскажу о Kid Dracula от Konami, вышедшей в 90-м году. От Konami, да еще под таким названием, можно было ожидать чего-то воистину дракулического, а не простенькую бродилку про крашеного блондина-японца, который бросается во врагов сгустками огня. Впрочем, по ходу игры этот юный вампиреныш получает разные особые способности, в том числе превращение в летучую мышь. Простота игры с лихвой окупается непродуманным геймплеем. Особенно это начинает проявляться именно в режиме летучей мыши, когда столкновение с любой преградой обращает вас назад в человека. Обстановка игры поначалу напоминает Castlevania, но вскоре это сходство улетучивается и вас заставляют сражаться с какими-то курицами. Уход от вампирской темы продолжается. Мы попадаем в водный уровень, потом в ледяной, где игру уже язык не поворачивается назвать простой, а все из-за того, что летучая мышь слишком просто становится человеком. Дальше уровни с метро, где в конце надо играть викторину со статуей свободы, да еще под американским флагом, я не прошел. Игра стала вместо меня отвечать на вопросы, как бы перебирая крестовинные варианты и нажимая на кнопки. Я снова добрался до статуи свободы, ответил на вопросы правильно, но статуя сказала, что я ошибаюсь. И я оказался в самом начале уровня с метро. Меня это задолбало, и я прекратил попытки. Говоря о платформе NES, на ум приходит еще одна игра, правда, ее прототип, и я не пытался пройти ее до конца. Это Drugs Night Out. После многообещающей заставки мы видим предисловие, где говорится, что Дракула встал из гроба. Полночь. Дракула должен покинуть свой замок и отправиться в близлежащую деревню. Там он должен найти девушку Мину, прежде чем часы покажут 6.
И дальше мы попадаем в эдакий вариант игры про Бакса Банни. Помните, где бегаем по этажам и собираем морковки? Только тут надо уворачиваться от врагов или парализовать их. Я не прошел дальше первого уровня, на котором, судя по всему, 22 этажа. Может быть, если сидеть в тюрьме, в одиночной камере с Дэнди, у вас будет один этот картридж, то волей-неволей придется проходить его и достигать в этом небывалого мастерства. Действие игры не разворачивается в замке, все. Потом вы попадаете в деревню, но у меня не хватило терпения выбраться из этого проклятого замка. Спонсором игры выступила компания Reebok. И Дракула по сюжету и по обложке обут в кроссовки этой фирмы. Если найти кроссовки, Дракула сможет в них перепрыгивать врагов. Дракула также может пить кровь и превращаться в волка. Над игрой работали Рекс Брэдфорд и Марк Лессер. Последний известен по многим играм 80-х-90-х годов, в частности NHL для Sega Mega Drive, а также был программистом при портировании King's Quest под Sega Master System. Вот мы и подобрались к этой консоли. Вампирская игра под нее, кажется, всего одна. Master of Darkness, Властелин Тьмы. Молодой исследователь паранормальщины по имени Фердинанд Соушел получает через свою доску медиума сообщение оттуда, с того света, что вампир выходит искать свои жертвы на берега Темзы. Дракула пробуждается. На берегах реки находят обескровленные тела. Отправляется туда и Фердинанд, предполагая, что в этом замешано нечто сверхъестественное. Фердинанд начинает свое расследование. От своей доски он узнает, что на реке Темзы произошли ужасные события, превосходящие человеческое воображение. Расследование Фердинанда заключается в том, что он ходит по берегу и, как последний портовый грузчик, дерется джентльменами, собаками, а также летучими мышами. Время от времени он тырит бесхозные лодки. Движок и даже игровой интерфейс... чем-то напоминает Castlevania, и хотя управление более удобное, разработчики славно потрудились над лестницами. Чтобы взбираться по ним, надо потрудиться. На третьем подуровне появляются летающие тетечки в зеленых платьях. От мысли, что это призраки, хочется спрятаться под стол и дрожать от ужаса. Но глядя на то, как Фердинанд мочит их, понимаешь, тетечки вполне материальны, и нет нужды залезать под стол и там дрожать. Предвидя в следующих уровнях еще больше злых джентльменов и злых летучих тетечек, я отложил джойстик и сказал себе: нет, дальше я проходить не буду. Там, наверное, и еще страшнее. Если уж рассказывать о действительно страшных играх про вампиров, то... Я бы поведал о виндовой Носферату The Wrath of Malachi, выпущенной шведской компанией Idol FX в 2003 году и где уровни генерируются в каждой новой игре. Вернемся к игровым приставкам. Когда моему двоюродному брату Саше купили Sega, то единственным картриджем к ней какое-то время был Garfield. И после Dendy графика в нем казалась каким-то чудом. Кот Garfield попадает в телевизор, сломанный телевизор, и путешествует по каналам, где крутят фильмы разных жанров. И вот в первом же уровне он попадает на кладбище и сражается в конце с графом Слобулой. Чтобы победить его, надо точными попаданиями заставлять графа прятаться в гроб.
Тогда вы сможете встать на гроб, подпрыгнуть и открыть штору. Только солнечный свет ранит Слобулу. Больше в игре вампиров нет, однако бродилка про Гарфилда очень достойна и заслуживает внимания. Кстати, я не играл в нее, наверное, лет 20 уже и порядком подзабыл. Хорошая игра. И напоследок обратим взоры свои на Game Boy Color и Game Boy Advance, где была выпущена игра Buffy The Vampire Slayer, Buffy Истребительница Вампиров, созданная по одноименному фильму и сериалу, которые я не смотрел и не буду, они не в моем вкусе. Однако игры получились на редкость неплохие. Версия для Game Boy Color замечательна своими с юмором сделанными рисованными заставками и классной пиксельной графикой. Смачный звук дополняет мрачную атмосферу игры, похожую на ужастики конца 80-х и никак не 90-х, когда вышел одноименный фильм. А вариант для Game Boy Advance совсем другая игра с другой графикой и усиленной бродилочной составляющей. В качестве заставок тут решили использовать кадры из фильма, а для отрисовки персонажей отрендеренные 3D-модели, упрощенно переведенные затем в спрайты, что, впрочем, не портит хорошее впечатление от игры, а драйвовая музыка еще более усиливает его. На этом, пожалуй, остановлюсь. Это были не все известные мне игры о вампирах, и про некоторые из оставшихся за кадром я поведаю в отдельных передачах. С вами был Петр Семилетов в передаче Turbo!